Друзья, привет! Сегодня мы будем снимать наш обзор в магазине Метро. Вот, посмотрим, что у них сейчас в новинках, по акциям, в продуктах, также товаров для летнего времяпрепровождения. Итак, а сейчас пройдемся по скидкам Метро на продукты. Килограмм макарон Перл стоит 35 гривен, бренд Тая. Так, Мона Лиса стоит 79 гривен. 70 на 30. Хотя условия, все типа. 1 килограмм стоит 65 гривен. Метровский бренд. Спагетти. Тоже 66,90. 65,90. По туалетной бумаге. Итак, самая дешевая. 26,90. Этот белый двуслойный, 4 слоя. Рута. Очень люблю Зева. Вот сейчас у нас скидки. 209 гривен вместо 303. Софионы 249 гривен. И огромная пачка на 32 рулона Зева. Бумажное полотенце 61 гривна Ара, 73 гривны Софиона и Зева 95 гривен. Полотенце на отрыв 129 гривен. Такой вот огромный XXL рулон. Туалетная бумага Ара стоит, если вы берете один блок, 50 гривен, если от 3 48,90 и от 6 штук 46,90. Fine Line, это также бренд, собственный бренд Метро. И Метро 117 гривен. Чипсер 180 грамм стоит 39,90, и к ним пиво Корона, одна штучка стоит 48,90. Туборг по 29,40. Пиво Гараж Лимон 50,60. И Сомерсби, одна бутылочка стоит 34,90. Это сидр и классический яблочный, и арбузный по 38. К сезону консервации уже выставлены банки. Банка стеклянная 1 литр под закатку ключом 16,90. Пол-литровая 10,90. Сам ключ стоит 259 и 399 гривен. Крышки 200 штук, 20 штук, это твист, вот такая, стоит 64,90. Банка с крышкой уже, украинский производитель Everglass. Маленькая стоит 15,90, а побольше стоит 19,90. Вот так это выглядит. Во всех магазинах Метро выставляет свои акционные предложения на торцах и внутри их освещается ценниками. Так вот, борошно пшеничный 1 килограмм 25,90. 2 килограмма 39,40. 50 килограмм сахара 1475 гривен. Киевмлин, кило 837. 2 килограмма мука 37,80. Очень хорошая мука, я брала. Метро, собственно говоря, мне нравится. Хуторок 42,90. Паша пшеничная 21 гривна.
крупа пшеничная Артек 800 грамм 25-50. Жменька пшеничная крупа 35-90. Сквирянка перловая каша 30 гривен, нут 55. Пшено 26 гривен. Манная крупа 27,50, 800 грамм. Уксус Кама 9% стоит 37,90 литр. И 750 миллилитров стоит 26,20. Вот такой с пипеткой. Оливковое масло. Так, масло в спрее 146 гривен, 174 авокадо. Очень удобно салат брызнуть или сковородку. Так, масло солнечного оливкового. Это скомбинированное 103 гривны. И масло кукурузное 114 гривен. Пять килограмм макарон 359 гривен. Вот такой вот огромный метровский мешок. Один килограмм стоит 65 гривен. Верес тушенка стоит 84 гривны. Банка мяса тушковое с свининой. Тут декларируют содержание мяса 98,6%. Так, макароны 65 гривен. Полкило пачки. Так, цветные спиральки. Содержание моющее 75 гривен. Килограмм. Перья тоже 65. Это бренд Метро. 99 гривен. Бантики. Спагетти Метро 35 гривен. Барилла. Нет, 500 грамм. Барилла стоит 39,90. 40 гривен. Это хорошо на супчики, деткам, бульон. Тоже 39 гривен. И паста Зара. Тоже хорошие итальянские макароны. Не тяжеловаты на желудок хорошо. Брали мы. Довольно 35. 39 гривен. Вот так выглядит упаковка. Ракушки 39 гривен. Тут такая вот банка 2,5 килограмма чищенных помидоров на супы, на пиццу, на пасту 165 гривен. Торчин лагерный 26,90. Метро, новозеландская ягнятина, ягненок. Так, 314 гривен. Это у нас нога. Также вот такие вот мясо молочного поросенка 569 гривен. Индюшка. И разные замороженные деликатесные кусочки. Рульки, шея. Один такой кусочек стоит там 165 гривен. 309, 199. Мясо котлетное. Говядина 129 гривен. 32,50 стоит Руна. Краснодарский соус. Томатная заправка. Есть еще сацебели. И овощные. Королевские креветки от 900 гривен до 1200. Вот такой вот коробок креветок размером 16-20. Сейчас по скидке стоит 399 гривен. Или вот такой 800 грамм стоит 329 гривен.
Так, стейк толстолоба, чищенный, потрошенный, 139. Форель кусок, 579. И балык, филешечка такая, 769. Форель стейк, 600 гривен. Вареные креветки сейчас по скидке, 479, 379 без головы. Такой бол. Бол, нам нужно еще удника в метрах по 98 гривен. Так, банан 44,50, арбуз 35, манго 44 гривны, мягкий, ананас большой 179, маленький 89, авокадо поштучно 42 гривны, 42, так, кокос 39 гривен. Так, персик инжирный 199 гривен. Персик Греция, тоже маленький, 129 гривен. Абрикос Украина 179. Мелковато. Абрикос Испания 129. Груша конференция 69,90. Крупная. Вот есть уже в платочке по 79,90. Яблоки Украина по 25. Огурцы 49 и 55. Желтый помидор Украина 85 гривен. Помидор розовый Украина, метр 69 гривен. Чири 29,90 за упаковку, 250 грамм. Или на развес 59,90. Редиска 79,90. Капуста 34,90. Мы с Дашкой охотились за авокадо кэтс, и мы их нашли. Испания 169 гривен, целый коробок бэби авокадо, там штук 7, 8, 10. Так, подожди, подожди, берем, да, я покажу, как он выглядит детально. Очень вкусный, очень, всем рекомендую. Я всегда беру 3 коробки, их долго не было, сейчас мы опять возьмем 3. Очень рекомендую, это авокадо, их редко приезжает, редко бывает. На В декабре была скидка, вообще на него он был по 129 гривен. Пока Дашка выбирает, потом Даша смотрит экзотические овощи. Даша, а ты любишь капусту кальрабии? Знаешь, как выбирать правильно авокадо? А ну-ка, расскажи, как правильно вот выбирать. Вот эту попку выдирать, если вот такое вот зелененькое, значит, авокадо свежее и не гнилое. А если такое желтое, коричневое? А если такое вот темное, например, сейчас, как вот. Вот такое темное. То это авокадо уже да? Я поняла. Так, капуста кальраби 49,90. Не знаю, никогда не пробовала салат или запекать. Так, и сейчас пробегусь возле витрины с салатами. Салат микс стоит 52,90. Салат пучок. Айсберг 169 гривен. Обычный ежачок, свежачок 42,90. Салат микс 52 гривны. Сейчас в основном все салаты порядка 45-50 гривен. Свежепророщенная мини-зелень. Немножко запотела. Каждая коробочка порядка 50-60 гривен. Набор салат большой, витаверда 140 гривен. Спаржа зеленая стоит 350 грамм за 109 гривен. 109,80. По скидке сейчас моцарелла 24,90. Плавленый сырок и менталь
Вот такой сыр Теннера. Голландия 47,90 вместо 61,90. Такие погрызть палочки сухие с оливковым вкусом. И сыр по скидке у нас еще голубой 329 гривен. Камамбер 89,90, кто любит. И маленькая упаковочка 42,90. Так, тут 125 грамм, тут 250. Все, Франция, Германия. Сейчас мы отрежем еще по скидке сыр Грана Падана. 669, сейчас он 399. Сыр с пармезановое семейство. Очень вкусный. И сыр выдержки 16 месяцев. Такая вот пачка завешивает. Сейчас посмотрим, сколько она завешивает. Кило 100, кило 200. Есть вот такие вот пакетики еще. Уже натертого для посыпки 57 гривен. И крем-сыр Калифорния для сушиков 189 гривен. Маленькие вообще вот такие брусочки по 109 гривен. Так, надо позвать сюда Дарью. О, кабаносы. Мы иногда грешим, очень любим. Собака у меня от них просто с ума сходит. Родину продаст. Ага, кабаносы. Кабаносы курячие, метровские. Ну, конечно же, пиво. Корона. А и хамон. Так. Свизу жру на майонез. Я у них все время брала томатную пасту. Разные томатные заправки с овощами. А тут у них появился майонез. Нужно попробовать. 50%. Жирный. Очень вкусный. Еще кетчуп. Как кетчуп, господи. Майонез. Хельманс. Мы его тоже любили. Сейчас мы уже это не едим. Только для маринада. Или в салат. Так, и почем сейчас метро майонез? Торчин. 84 гривны одна штука. На рынке продают 100 гривен. Если берешь от двух пачек 80 и от 6 78. Очень хорошая цена. Самый вкусный майонез. Есть он в больших пачках, в меньших и с меньшим процентом содержания жира. Тут 72, есть вон 68, есть 60 и 50 за 60 гривен. Вот такой домашний. Вот новинка Руна майонез. Стоит он 66 гривен. По скидке сейчас в метро хамон Курадо. Вот килограмм хамона стоит сейчас 494 гривны, а стоило 899. Вот как это выглядит внутри. Хамон Курадо, доска, ножик и держалка. Уже кто-то распаковал с подставкой. Вот сейчас это стоит чудо 494 гривны. Мясо метро. Так, свинина 135. Лопатка задняя 131 гривна. Корейка 172. 149. Так, ребрышки 124. Корейка свина 150. 129 стоит. Стейк. Так, фарш, сосиски 149, 114, с пряностями 119. И мясо для барбекю и шашлычка. Так, по скидке сейчас масло яготинское 73%, 48,90. И гранарола, масло кисло-сливочное. Короче, 83%, масло стоит 39,90. А вообще в природе бывает масло 83%? Всю жизнь мы знали, что масло 82%. Напишите в своих комментариях. Дашка, как всегда, в мороженом. Ой, мороженое, и фруктовый лед, и тут на маленькие палочки. Как прекрасно. Я хочу такое. Я хочу быть маленькой девочкой. Не, Орео не люблю. Это какая-то вообще мелкая синтетика. Я очень люблю Крещатик.
А мой Санечка очень любит Монако. Подожди. Такая интересная форма мороженого. Когда-то давно я его пробовала, оно очень вкусное. Да, что-то салона карамель. А мне вот эти-то баночки магнитят. Оно, конечно, маленькая порция, как для Мурзика. В Европе продаются в хороших больших ведрах. Это у нас есть только. Да, а вот следующий какой кокос, карамель. Формат, знаете, как мороженое на развес продается. А, типа такой ложкой. Вон, с кольцом. Да, большой, с купером таким набирать. Чик-чик-чик, шкряблка. Да. О, вот, смотри, ваниль, сливочный. Всем привет еще раз. Мы уже собрали нашу небольшую корзинку. Да, не планируем ничего покупать, но, как обычно, едешь и все покупаешь. Собираемся уже идти на кассу. Да, идем на кассу. Сейчас мы покажем, что мы берем. И будем заканчивать нашу сегодня видеосъемку. Итак, переворачиваем. Мы взяли три коробки.